Да. Сейчас, ребятки, минутку я отойду. Нет, конечно. Чемоданчик с инструментом берешь, эти всякие гайки, хуяйки туда ложишь, типа, ну, чтобы быстрее это, походу, генератор чинить. Свой первый рабочий день в Дизни... в Дизни... блядь, в Диснейленде я просто наткнулась на в уборной и случайно врезалась в Алису. Алиса матернулась, чуть ли не выронив энергетик из рук. И это было самый лучший день в моей жизни. Ну, в рабочий. Второй комментарий. А я в первый день своей работы столкнулась с Рапунцель. Она пила кофеёк из Старбакса и сказала: «Чё, как дела, сучки?» Охуенно. Ты смотрел Рапунцель? Нет, не видел. Нет. А Алиса в стране чудес. Ну, туда видел. Ну вот, просто представь эту картину, блядь. Ой, понял. История охеренная. Ты где прочитал это? ВКонтакте? Да. Скинь мне. Хорошо, сейчас скину. Я вот сюда буду скидывать. Хорошо. Сейчас. Бля, почему Шерил Бейси не все это спидит? Погоди, а куда ты сбрасывал? Там беседа новая. Где? Не масс. ВКонтакте? Да. Не, а ты где не ищешь? Нету. У меня нету этой беседы. Мне, короче, ВКонтакте опять будет. Странно, я только что создал. Повторяю, ВКонтакт у меня. Дурачество. Так, еще раз, что ВКонтакте у тебя? Дуркует у меня, он не работает. Будет. Блять, я не знаю, как я, типа, ну, по идее, оно должно у тебя высадиться. Ну-ка, а если повторяю, я тебе скину, не так? Работает у меня контакт, не работает, пишет соединение, привет, дуркует, не работает. А, ну, хорошо, просто, блин, я-то думаю, что я что-то не так сделал. Повторяю, у меня контакт, у меня, не у нас. Не у тебя, твою мать! Ладно. У меня, блядь! Так что я сделал не так? Блядь!
Ладно, это Степ, чувак. Успокойся. Я сейчас просто простебал тебя чуть-чуть. Destin to fucking to shit. Йоу, лично. Understand? Просто. Understand. Да, пизда, болстенд, ты. О. Это был плевок? Ты плевок мне в ухо? Да, блин. Ах ты мстюн. О, бля. Все ясно. Я дурак, не трогайте меня. Так, ну что ты за? Алло. Алло. Да. Короче, она на техе уже выехала. Угу. Вот, так что я в любой момент могу просто, ну, типа, из шасси выйти, да. Он испарился. Испарился. Неужели, блядь, я думал никогда нахуй не начнется эта игра. Неужели никак нельзя определить маньяка до того, как мы загрузимся? Можно. Как? Секрет. Ну ладно. Алло. Что? Мне показалось, что Ренат отключился. Ну, тоже так показалось. Узбил, что он может внезапно исчезнуть. Вот, видишь, исчез. Бля, ну не настолько же внезапно. Прям баха все. Ну, не знаю. Ну такой секрет, и все, и отрубился. Наверное, он нас слышит. Ну, а мы его нет. У него, может, наушники сели, вот что я думаю. А, может быть. Так, о, я нашел выход. А, нет, он даже не двигается, смотри. Спари. А, нет, двигается, все нормально. Секрет. Это баба с яйцами. Заяц с ушами. Блять, откуда песня? Блять, что я делаю? Сука. Так тяжело. Так надо. Алхаба. Прикольная песня. У нее, кстати, фильма нету, правильно? Да, она в игре родилась. Блин, круто. Я посмотрю фильм с ее.
Здесь пустоты есть, это я... Знаешь, кто добавил ложку пошлости сейчас? Наверное, это был я. Да. Я, кажется, ее вижу, она нихуя не делает. Да? Она не ищет, она просто бьет и все в одну точку. Да ладно! Да. Я тут пошел... взрываю, скорее всего, не идет. Да блядь! А ты взорвался. Вот ты сейчас к ней бежишь. Вон она, видишь? Вон она, вон там. Да ёбаный рот. Вон она. А, нифига! Она АФКшит. Да? Ты? После никакого сосиска, никакого хоррора. Серьёзно? Не могу. Ты специально что ли подставил? Да. А чё это она так решила? Он с того ушел кофе. Так а почему он все? Он все равно нажимает одну из кнопок. Может не нажимает. Уже кнопку можно зажал, да еще можно. Может. На всякий случай я тебя просто двигателя подкидываю, хорошо? Договорились? Можно прямо сейчас, пока он ломает он генератор. Сейчас я тебя ломаю. Да ломает. А ведь он получает за это очки, правильно, если он туда, ну, ранен? Да. Могли бы просто ему набить очков. Ну да. И себе тоже. Ты решил сломать? Так, а что делать? Один генератор остался, никого ни разу не вешали. Почему бы нет? Что сломать? Ну ты же запрещал. Что обещал? А, запрещал? Да. Чувак, у нас маньяк. Вне здания. Да? Ну ладно. Казаканьки маньяк, да. Ой, у него какой-то там работает, кстати. Там ты и останешься. Я нашел этот сундук. Я с этой карты еще что-нибудь вынесу. Если повезет, он не проснется, например. Фонарик нормально, блядь. Ничего не видно. Кто сейчас двигатель собирает, а ты к нему? Я. А, ну хорошо, тебе дойти. Ты где собрал? Это не я собрал. Это я собрал. Это Сергей, молодец. И ты какой молодец. Да. Да, кстати, какой-то тотем заработал. Но он уже давненько работает, как по мне, по-моему, штукно. Пацаны, где выход там? Ну там вот прямо. Ну прямо это где? Ну точно не там. Я нашел ворота. На ноги. Кстати, я не видел часа, но не видел нашего типа четвертого. А я видел. Да? В начале игры? Да. Он меня ломал, помнишь? О, вижу. Че, выходим? Да, все иду. А, вон я его вижу. Блин, ну спасибо ему я даже не знаю. Мелочи приятно. Ну да, ну да.